Всем привет! Что-то у нас это на Покровке, пол Покровки в темноте. Отключилась подсветка. Сейчас шли кафешки все. Не работает, потому что света нету. Что-то вот такая вот у нас сегодня темень. Обалдеть. Сажать, что ли, будет? Не знаю. Что-то пол Покровки без света. О, моя хорошая, добралась до дома. Вон Вован уже включил, кстати, плиту. Потому что сейчас будем готовить утку. Да. Мы тут еще зашли в магазин, Красный Бел называется. В общем, там много всего вкусного купили. Взяла вот такие вот чипсы. Блин, хочу сериал посмотреть. Вот, и взяли кое-что вкусненькое. Сейчас я вам покажу. Только не ругайте меня сильно. Мои хорошие, не ругайтесь. Так, что я взяла? Я взяла, та-дам, вот такое вот пиво. Так, пиво это вообще безалкогольное. Его здесь куча. Также еще взяла, смотрите, сыр бри. У них, кстати, по 139 рублей. Вот хочу попробовать такой вот сыр бри. 100 грамм, 139. А вот такие чипсы стоят 159. Вот такое пиво Амстел у них вообще недорого. 39 рублей. Прикиньте. Вот такая целая. Мне, кстати, очень понравился вкус. Такой, знаете, цитрусовый, вкусненький. Я прям вот взяли на вечер. Вот еще вот такой вот. Смотрите. Пивасик. Так, вот такой вот. Кстати, вот такой тоже, да. А, у меня тут другой еще есть, да. Так. Так. Это Вовану дизель. Тоже, кстати, безалкогольный. Ну, короче, немножко тут это, затарились. Обалдеть. В спар не заходили, зато зашли это, за алкашкой. Вот так вот. С ума сойти. Жесть. Как она есть. Эх, товарищи. Алкашья, да? Алкаш. Смотри, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 банок. Охренеть. Еще и чипсы. Давайте. Да. В общем, вот так вот закупились. Но сегодня это скачала, я там какой-то сериал хочу посмотреть. Не помню, как называется. Но, судя по описанию, очень такой интересный. Прям дико-дико интересный. И вот мы затарились. В принципе, одно безалкогольное, знаете, оно как лимонад пьется. Но, в общем, так вот. Вот. Греется у нас духовка. До скольки? До 180 градусов. Вообще, наверное, по-моему, до 200 надо. Сейчас достану удочку. Надо ее поставить нашу удочку. У нас вот такой вот утенок. Это я в спаре взяла. Во. Смотрите, разогреть духовку до 180 градусов. Снимите этикетку. Сделайте ножом 2-3 надреза. И запекайте 1,5 часа. Смотрите, вот такая здоровая утка. В ней у нас 1,5 килограмма. Во. Она уже замаринованная. Вот как раз ее. На ужин. Вот эту вот этикетку нам содрать надо, да? Как ее стирается. А, вот. Запекать в упаковке прям написано. Так. Нифига она не стирается. Нифига себе. Не стирается. О, духовка готова. Так, все. Можно переходить к обычным процедурам. Блин, красота, конечно, вот эта духовка. Это просто, блин, тема, девочки. Сколько? 6 минут, и у вас та температура, которая вам требуется. Она еще и не снимается. Охренеть. О, почти. Почти. Торопилась, надо было не торопиться. Вот, также у меня там есть эти... Говорю, перец остался вчера, подливка от перца. Хочу сейчас с макаронами сделать. Потому что утку мы все равно целиком не сожрем. Как ни старайся, хоть для мукбанга, хоть для хайпа, но такую здоровую. Это вообще табака считается, да? То есть ее прямо так... И она там запекается. Вов, не могу снять! Иди, у тебя ногти нормальные, у меня отросли уже слишком много. Блин, скоро пойду ногти стричь, наконец-то. Ой, я уже соскучилась. Смотрите, какие ногти отросли. Жесть просто. Вов, я не могу снять. Иди сам разбирайся. Я пока пиво уберу.
Сейчас еще салатик сделаем, так, наверное. Владимир! Занимай суткой. На, вот прямо вот здесь вот. Потому что она не влезет в ту маленькую. Надо прямо вот здесь вот так. Вот так вот положить. И все. Вов, иди! Владимир! Ну, какая утка. Здорово. Я не могу просто снять. Вот так приклеили. Что прям хрен. Не могу! Не могу даже суткой справиться. Оденься. Нет. Ну, иди голый. Иди голый, да, вот буду голый. О, видите, какой красивый. Потому что 4 диска злая. Это вот сняла. А вот это не могу. Да, снять. Потому что 4 диска. Вообще ничего не могу. Ты хоть в голожу. Жопу. Ать! Ужасный. Сам такой. И чё? У тебя тоже не снимается? А, не снял? Ух ты, вредный вообще человек. Все, духовка разогрелась. Все, делай 2 надреза и в духовку. Делаю надрезы. Сколько на там, полтора часа там написано было. Я делаю так. Ну, на, сделай сам. Ну, надрезы. Там дырки надо сделать. Да. Резь. Да, ее здесь вот. Чуть побольше сделай. Давай. Ну, хватит уже. Ну, блин, на районе жопы сделаю. Ну, жопу я разрежу. Да, вот так вот, 3. Все. Все, стоп, хватит. Ты хвост отрежешь. Все? Все, духовка прыгает. Она нагрелась. Хоть тут голожопы. Извините. Я постоянно ухожу. Все, 1.5 часа пускай она там отдыхает. А я пока уберу пиво, помою овощи. Приготовили гарних. Все? На. Рюкзак свой и вали. Ну, давай, вали. Красивый. Жопу. Ай, типа, жопки. Иди в жопу. Вот такие у нас брачные игры. Так, кстати, мне интересно, что за сыр такой. Я взяла сыр бри. Сыр бри. Так. Так. За 100 грамм 139. Чуть спать в последнее время очень дорого. Кстати, в красно-белом мне что-то понравилось. Знаете, там это дешевые у них эти яйца. Яйца, яйца. Сыр, блин. Сейчас сразу кусану. Он с белой плесенью. Еще, по-моему, в каком-то пергаменте, что ли. Или это уже не пергамент? Не, по-моему, бумага какая-то. Так. Так. Как? Или нет? Нет, я уже, по-моему, есть можно. Да. Ой, слушайте, а это здорово. Я обычно, когда покупала, он вот только часть был вот в этой белой плесени. А тут целый кусок плесени. Мне вкусно. Слушайте, не хуже президента. Президент, он немножко... посочнее. То, что мне нравится, потому что он весь в плесени. А сначала думает бумага. Не, ни хрена. Просто у президента у него такая большая лепешка. У него только вот эта часть плесени. А тут целиком. Вот, кстати. Все. Что же дело? Опять же, что-то. Надо на глисток провериться. Вот еще опять же отсечка. Так, все. Убираем. Выкину эту пакетику. Плевать, если я заболею. Я сам себе поставить банки сумею. Ни мне, никого, блин, не надо. Лишь бы ты ходил, мой голенький, рядом. Вот так вот. И пиво мы пьем безалкогольное, да. И нам это на пару дней хватит. Потому что не надо тут писать алкаши. Алкаши. Даже если я алкаши, то что? Пьем на свои. Портим не вашу печень, а свою. Так что не надо ля-ля. Та-па-ля. Кстати, такой классный холодильник. Мне так нравится вот эта вот часть, которую можно
это помещать вот это вот как раз, кстати, под напитки по 4 банки. Так, так давайте вот сюда поставлю. Охладю заодно. Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею. А вот это, кстати, мне очень понравилось. Это апельсин и лайм. Вот это Амстел. Очень вкусно, особенно когда холодненькое. Вот поэтому я и кашляю, как дура. Пожалуй, все холодное пью. Все, 4 баночки. Так, и сюда. Господи, накупили. Накупили, капец. Кстати, надо сейчас, знаете, что? Достать тайские фрукты, вот эти мелкие. Надо их съесть, потому что... Либо выкинуть уже, потому что уже чувствую запах от них. Такой так себе. Тем более уже 2 недели прошло после того, как мы вернулись. Вот, и они, боюсь, портятся будут. Все, пиво все убрала. Все замечательно. Все. Все. Сыр вкусный. Прям вообще классный. 139, никого народу. Смотри, сейчас дорого. Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо, лишь бы ты ходила голая рядом. Блин, на ногу, кстати, так она у меня и немножко все-таки болит. Так, вчера, кстати, делала чистку барабана. О, видите, только пропищала. Она еще там что-то греется. Вчера, кстати, делала чистку барабана. И вот. Там столько грязи было, капец. А что-то в последнее время, знаете, стираешь белье, и вот на черных вещах остается как часть порошка. Я вот думаю перейти полностью на какой-нибудь гель. Мне так понравилось, в Таиланде мы гель использовали. Прям шикарно все отстирывала. Замечательно. В общем, уточка у меня стоит. Пойду Вована подергаю. Сейчас это сделаем салатик и остальное. Пошли, пошли. Давай, садись. Чувствуешь, как пахнет курочкой, да? Вообще. Я упомянула о том, что получила сообщение от потерпевших. 1,5 часа это 90 минут. Работающих. Да, прикинь. Час 3. О, давай делаем. Так, а я пока сварю муку. Тихо. О том, что российские солдаты снабжают... Курица прям пахнет. Не курица, а эти. Уткой пахнет. Курицей, кошкой. Короче, вкусно пахнет. Короче, дело в ночь. Лезь давай. У меня нет таких полномочий. Я сижу в Нью-Йорке, в офисе в Нью-Йорке. Тарелочку не дам. Расследование продолжает проводиться группой по наблюдению за соблюдением прав человека. Так, сейчас, короче, сварю макароны. У меня там еще есть, осталась подливка. Сейчас подливкой буду делать. Падаливочка. Антифейк. Давай сделаем как вчера. Как хорошо, девочки, завтра Вован уйдет. Здесь с утра уйдет, все. Спокойно хоть высплюсь. А то, что пока он дома, он так надоел вообще. Просто вот вообще надоел. Ну уходи, не возвращайся. О, больно ты нужен. Вова, плакать, думаешь, буду? Фу, да? Не буду плакать. Плита, прикинь. Прям как будто эту утку готовил. Пойду в спар, куплю готовую. Заброшу вон в духовку и буду кушать. Сейчас, понимаешь, Вова, 21 век на дворе. Сейчас даже мужик не нужен. Понимаешь, Вова, сейчас для счастья... Сейчас все дорого обходится. И что? А что так? Чего дорого-то обходится-то? Поверь, если бы я жила одна, мне бы дешевле все обходилось. Потому что... О, видите, у меня здесь, короче, подливка. Я ее сейчас это перегрею. Вот, туда добавлю макароны, и будет очень вкусно. С подливкой, да. Короче, погрею. Чего ты к словам придираешься? О, 21 век на дворе. Мужик вообще не нужен. Ни в каком смысле. Да? Да? А бабы тоже не нужны. Ты вон пойдешь в клуб для мужиков, а я себе вон куплю вибромашинку специальную. Так что, по сути,
чисто так поговорить. Я, например, мне тоже он не нужен. Я уже с камерой разговариваю нормально. Уже есть с кем поговорить. Вот так вот. А Вован, кстати, знаете, вот прикол. Вован, когда это, я даже не снимаю, ничего, вот уходишь куда-нибудь, да, и вот телек там работает, или, например, этот компьютер он сидит, там за танки играет, или еще что-то. Сидит, пиздит, ля-ля-ля, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Реакция, вот с телеком разговаривает, как дед старый, вот ей-богу, да. Как дед старый. Да, я? Бабка старая. Мне вот ты для счастья, на, по, это... Мне мужик для счастья не нужен. А вот тебе, я боюсь, ты вот без меня пропадешь. Да, конечно. Кстати, мне кажется, вот он без меня пропадет. А мне он не нужен. Кажется, крысью. А кажется, тебе часто. Так. Хорошо, он режет салат. Будет утро. Это мы сейчас побреем. Так. У меня будут вот такие вот спирали. Щебекинские. Щебекинские макароны. Макароны. Да, о, дочка взяла это. Уже вся булькает вовсю. Запах, аромат такой прям. Класс. Будет насутка вкусная и прекрасная. Вовка режет, короче, салат. Смотрите, это вот такая вот пекинская капуста, красный лук, еще пара помидорок, два огурчика, чеснок, редиска. Вот, хочу сделать, как вчера. Немножко майонезика и немножко пахучего масла. И соль. Будет вкусно. Он сейчас это все пожмякает и еще остальное порежет. Это обалденно вкусный салат. Вчера ела, прям я думаю, господи, как же вкусно. Ай, вот такая вкуснятина. Ну, соль. Давай, я забираю ее. Все. Сразу соли. Хватит соль. Хватит. Ну, куда столько-то? Соль вредна. Соль, белый яд. Вот. О, видите, как он у меня? Раз. А это еще на один салатик, да? Осталось. Видите, мы как экономно. Взяли одну штуку, и вот нам на четвертый салат уже. Ать, немножко. Не, а что, немножко того, немножко всего, и все. Так, надо сейчас эти фрукты достать. Вот эти. Надо их доесть, а то они уже подванивают. Здесь одно манго осталось и один драгонфрукт. Все. Ну, короче, Вован режет. Я сейчас макароны закидываю. Все, потихонечку, по чуть-чуть. Водичка. Ладно, все, доготавливаем. Вот, сейчас намою, переберу. Что у меня тут, видите, они уже портятся. Надо кушать. Все, люблю всех, целую. Увидимся на мукбанке. Обязательно заходите. Поболтаем. Может, увидимся. Всем пишите, кстати, вам нужен мужчина для жизни или женщина? Или не нужны? И зачем он вам нужен, если нужен? Все. Жду ваши комментарии веселые. Люблю, целую. Пока-пока.